Здравствуйте, дорогие любители компотов! Вы на канале Алекс и Николь. Сегодня я вам хотела показать, как сделать вкусненький компотик. Для этого вам понадобится полстакана сахара, курага и чернослив. И потом вот это сложное название. Каркаде. Каркаде и... Что это вообще такое? Шиповник, ягоды шиповник. Точно. Обязательно промойте все сухофрукты перед употреблением. Если вам меньше 7 лет, лучше попросите взрослого налить кипяток. Теперь перемешиваем это все специальной лопаточкой от опрувы. Сейчас достаем наш скребок, закрываем это все дело и ждем до полного остывания нашего напитка. Наш компот уже настоялся, и он готов к употреблению. Наливай, Саша. Давай. Ягодки все остаются в кувшине, а наливается только один компотик. Очень удобно. Держи стакан. Сладенький. Перепутала. Это... Я не очень люблю компот, но вот... Этот компот очень вкусный получился. Даже так вот. Даже нравится. Что, на бутсгал-то? Оставь родичам. Чат, он тоже хочет попробовать. Вкусная. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.